Добрый день, Украина, Харьков. 3 июня, пятница. Ходил, снимал видео по улицам. Искал у ребенка на роликах, короче, вот это колесо. Полетело два подшипника. ВЭК-7. Вот видно, там подшипнички стоят. Что я сделал? Прошел весь город, искал, где купить подшипники. Купил на коммунальном рынке. Оно недорого стоит. 35 гривен один подшипник. 70 гривен два подшипника вышло. Вот. Раскрутил вот эти болтики ключом. Вот у меня ключи есть. Раскрутил с этой стороны. С этой. Снял вот эту подножку, короче. На одном еще вот этом колесе просмотрел, тоже плохо крутилось, раскрутил. Думал, песок забился или что. Там крышка отвалилась изнутри. Я просто взял эту крышку с подшипника, такая штучка, где там шарики под ней, и придавил отверткой. Все, теперь крутится, смотрите, хорошо. На вот этот я полностью вот эту снял штучку, она снимается. Тут болт чуть длиннее. С двух сторон поменял подшипники, всунул новые. Железочка, что там от разболтанного подшипника было, выкрутил. Ее выдавил отверткой, сунул два подшипника, прикрутил. Ну, теперь хорошо крутится. Вот. Все работает. Занимался ремонтом для ребенка. Ролики, лето настало, сейчас самое оно кататься, жара, вот такие ролики. Потом, когда у меня сломались, у ребенка порвалась вот эта душка, вот она, видите какая, вот, Маратон фирма, или Марат, вот, я просто взял, не загрузился, вот просто посадил на скотч и степлером прибил, так соединил, чуть напуск я сделал. Привел степлером три скобки, под деревяшку под низ положил, чтобы пол не портить. Вот. Все вот так оно у меня идет. Заклеено. Но фишка тут в чем, когда просовываешь через эту и скотчем промотал. Вот. Через эту просовываешь. Просовываешь, когда через эту штуку, вот так заклеишь, все, скотча, короче, не видно. Вот аккуратно, если заклеить, это внутренняя сторона. Все. И ролики еще держатся нормально. То есть можно ехать. Отлично все. Видите, как они тут ездят. Даже по крову. По ковру, вернее, все. На этой тоже оторвались. Я степлером вот прибил три скобки. Сон сюда деревяшечку, чтобы не портить. Все, и внутренняя сторона. И скотчем замотал. Вернее, сначала скотчем замотал, потом вот эти три скобки степлером. Все. Вот оно не видно, когда едешь, тем более ребенок на месте не стоит, ездит все время, оно не видно. Вот так, чуть-чуть может быть. Все. Ставьте лайки, если понравилось. Как я справился с роликами, заменил. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Ставьте лайки. Всем пока. Удачного дня.